Фото мужчины, который в башкирском селе Уршак-Башкар-Амалы на местном складе изнасиловал кобылу, а позже поджег сарай. Об этом сообщают пользователи одной из групп социальной сети ВКонтакте. Уточняется, что о поступке злоумышленника стало известно именно из-за поджога на ферме. Изнасилованное животное зовут Севка-Бурка. В настоящее время местные власти никак не прокомментировали данный инцидент. На выложенных фото видно, как мужчина замечает камеру в самый неподходящий момент, а после сбивает ее.